Поскольку все члены семьи находятся в тяжелом психологическом состоянии, многодетной маме Ольге Тришкиной, которая потеряла 5-летнюю дочь, предложено по ее желанию на время определить 1,5-годовалого мальчика в сочинский дом ребенка на улице Вишневая. Старшую дочь в социальный реабилитационный центр с обучением в Краснодарском крае, поскольку таких учреждений нет в Сочи. А новорожденный сможет первые месяцы жизни провести в перинатальном центре. Мама сможет без ограничений посещать детей. Но это будет сделано лишь с ее согласия, до момента, пока семья не встанет на ноги. Тришкины не были зарегистрированы в Сочи. Они прибыли в город в 2014 году из Ростовской области. В городе сейчас находятся родственники семьи, родная бабушка детей и их тетя. Также администрация курорта взяла на себя все вопросы, касающиеся похорон девочки.